И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, с вами Иван, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine, друзья. Я давно хотел снять эту серию, но все никак не доходили руки. Мы путешествовали с вами за границами нашей Солнечной системы, находили какие-то интересные миры, интересные пейзажи, находили жизнь на других планетах, и я решил вернуться в нашу Солнечную систему и посмотреть кое-что, что мы пропустили. Я рассматриваю в своих сериях по Space Engine практически все, и я считаю, что нам нужно рассмотреть интересные объекты. Объекты всем известные, это астероиды. Вот, друзья, не знаю, насколько вам будет интересно, но, по крайней мере, мне интересно посмотреть, понаблюдать за ними. Ну что ж, друзья, давайте начнем. Что мы знаем об астероидах? Это небольшие тела Солнечной системы, которые движутся по орбите вокруг Солнца. Астероидами считаются тела более 30 метров. Из чего состоит астероид? Состоит он, это кусок камня. Это камень, не знаю. Но если этот камень упадет на объекты, такие как Земля, то это, конечно же, вызовет, я бы сказал, даже, наверное, не очень хорошие вещи. Это будет ЧП, наверное, какие-то грандиозные масштабы, катастрофа. Ну, смотря, опять же, объект какого размера. Так, ну что ж, друзья, давайте пройдемся по некоторым объектам. Я вам о них немножко расскажу. Есть такой интересный объект, ну, вообще объекты, наверное, даже, которые раньше считались вообще как бы астероидами, но потом их внесли в класс, они получили статус карликовых планет. Так, это, конечно же, Церера считался одним из крупных, самых крупных астероидов, пока не получил статус карликовой планеты. Так, диаметр у него 938 километров, почти 1000 метров. И я вам скажу так, друзья, если бы такой объект упал на нашу Землю, то были бы, наверное, миллионы жертв. Так, ну, в принципе, что здесь есть? Мы сможем только, наверное, разглядеть их рельеф, наверное, пейзаж ихний. Я не знаю, что здесь можно понаблюдать. Да, это камень, кусок камня. Напоминает лунную поверхность, испещренную, да, тоже мелкими различными астероидами, наверное. Кстати, вот эти объекты, Церера, Паллада и Веста, они находятся в поясе астероидов. Так, сейчас подожди. Давайте, кстати, да. Как я и говорил, Церера считалась одним из самых больших объектов, но в дальнейшем Паллада и Веста, по-моему, стали наиболее большими. Стали считаться наиболее крупными карликовыми планетами. Так, давайте посмотрим. Давайте, может быть, рассмотрим Весту, я не знаю. Вот он, наша Веста. Да, они все практически расположены рядом друг с другом. Диаметр 529 километров. Ты представляешь, насколько он огромен? 529 километров. Я скажу так, если вот этот вот кусок камня упадет на Землю, то, ребята, вам
Не поможет ничего, я скажу. Это глобальная катастрофа, разрушение всех континентов. Так, подожди, я хочу посмотреть... Знаешь, что хочу посмотреть? Орбиты. Давайте переключимся на орбиты, и здесь... Вообще, пояс астероидов, я так понимаю, да, все правильно, он находится здесь. Так, между границей Марса и Юпитера. Все правильно, смотри, Меркурий, Венера, Земля, Марс. Да, все правильно, а это у нас орбита Юпитера. То есть здесь у нас проходит пояс астероидов. Печально, что в этой игре, конечно, не сделано так, что можно наблюдать каждый астероид, как расположен, да? Допустим, это как сделано в Universe Sandbox, там можно посмотреть, залететь в пояс астероидов, но здесь как-то, я не знаю, они как будто вообще тут отдельно существуют. Так, значит, Веста, давайте посмотрим на Палладу, наверное. Так, Паллада... Палос. Нет, ну, наверное, не Палос, Паллада. Хотя, может быть... Хотя, может... Да, вот он, Паллада. Тоже довольно крупный, крупный объект. 511 километров в диаметре. Это очень огромный объект. А вот, кстати, наверное, отсюда... Я думаю, наверное, можно увидеть... Эти объекты такие, как Веста, наверное, скорее всего. Давайте посмотрим. Так, Веста. Нет, нет. Не видно, всего лишь тень. Ну, посмотри, как они тоже... Он полностью испещрен, полностью весь тоже в кратерах. Хотя, смотри, у него класс холодный астероид. Вообще, по идее, это же считается карликовой планетой. Хотя я бы, наверное, не знаю. Я бы не давал бы, возможно, статус им карликовых планет. Дал бы им статус какой-нибудь блуждающей луны, наверное. Так, хорошо, ладно, давайте найдем такой объект под названием Апофис. Я думаю, многие слышали о нем. Это астероид, который, как говорят ученые, возможно, когда-то столкнется с Землей. Так, Апофис. Давайте перенесемся на него. Кстати, все ученые пристально следят, все астрономы следят за этим объектом, потому что было в 2013-м сближение с Землей. По-моему, если я не ошибаюсь, всего лишь на одну астрономическую единицу. Да, ну вот это уже, конечно, да, выглядит как астероид, скажу я тебе. Такое тело продолговатое, неправильной формы, да, своеобразное, с различными... такими выпуклостями, что ли, скалами, я не знаю, горы. Кстати, в диаметре он 530 метров. Масса просто обалденная, 2,5 миллиона тонн. Две с половиной миллиона тонн, это, блин, слушай, если такой объект упадет на Землю, то я тебе скажу, что... Он уничтожит целый континент, и я не знаю, наверное, кратер после его падения, наверное, составит около 10 километров. Кстати, все мы знаем, что астероид Чиксулуп, который уничтожил всех динозавров,
Его диаметр составлял, по-моему, если я не ошибаюсь, где-то около 10 тысяч метров, 10 километров, да. Что за собой, конечно же... Повело то, что было изменение климата, вся растительность и половина всего живого, что было на то время, оно полностью исчезло с лица Земли. Земля, конечно, да, потерпела огромные, катастрофические, колоссальные климатические изменения. То есть я думаю, что Апофис можно, в принципе, хоть он и 500 метров, я не знаю, блин, ну, приравнять к этому, хотя я могу ошибаться, там 10 километров, а здесь всего лишь 500 метров, но удар был бы колоссальным. Так, давай, знаешь, что посмотрим? Движение по орбите. Так, и насколько мне известно, по-моему, сближение 2013 года, оно было самым близким к нашей Земле. Давайте посмотрим. Сейчас мы найдем орбиту Земли. Так, орбита Земли. Так, Меркурий, Венера, Земля. Вот, кстати, да, вот видно пересечение с орбитами планет. И давайте выставим 2013 год и посмотрим на наш астероид Апофис. Так, вообще пересечение где-то здесь, я не знаю. Надо... Так, подожди. Давай ускорим время немножко. И максимально посмотрим, насколько максимально он сблизится с Землей. Может быть, я... Да, наверное, я выбрал не то время. Сейчас, подожди. Давайте выставим. Сейчас, подожди. Блин. Да, боже. Так. Первое января мы выставим с вами 2013-го, и тогда мы рассмотрим. 1 января 2013-го. Да, вот я думаю, это будет идеально. Так, и посмотрим сближение. Так. Апофис. Давай ускорим время. И проверим, насколько близко он в то время сблизился с Землей. О, ты видел это? Что это было? Это, по-моему, приближение еще какого-то астероида, скорее всего, или кометы в том году. Хотя я могу ошибаться, наверное. Ну, я думал, что сейчас максимально будет значение. По-моему, мне кажется, просто в Space Engine может быть, это не отображается, хотя мы наблюдали с вами в нескольких сериях про кометы, видели сближение в том времени, в котором оно действительно было. Вот сейчас вот должно вот, да, максимальное сближение произойти. Хотя я не уверен. Так, ну давай посмотрим, ладно, давай. Давай вернемся на объект и посмотрим расстояние до Земли. Вот сейчас, в принципе, наверное, самое максимальное, что было. Так, Земля. Где наша Земля? Вообще, как утверждают ученые, самое максимальное приближение Апофиса к Земле будет у нас в 2029 году, что якобы он приблизится к Земле аж на 38 тысяч километров всего лишь.
0,38 астрономической единицы. Но в принципе, да, это близко, я тебе скажу. Можем наблюдать, видишь, да, Земля и Луна, в принципе, отсюда хорошо видны. Ой-ой-ой. Чуть-чуть замедлим время. Где Земля? На 0,42 астрономических единицы мы. Сейчас от Земли. Боже, он устрашающий. Он выглядит очень страшным, я тебе скажу. Это просто чудовищный объект, который постоянно пересекается с орбитой Венеры, с орбитой Земли. Я думаю, что он постоянно будет под прицелом у астрономов, под прицелом ученых. Наверное, да. Ну что ж, друзья, наверное, на этом я буду заканчивать свою серию. Спасибо всем, кто посмотрел. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И, ребята, помните, космос и Вселенная бесконечны, и мы только начинаем в нем свое путешествие. Всем пока, друзья!